Если вы выращиваете огурцы, то должны знать, что корневая система этого растения находится очень близко к поверхности, поэтому за ними нужно ухаживать совсем не так, как за другими культурами. По наблюдениям многих фермеров, огурцы гораздо лучше растут, если регулярно подсыпать под корни свежий грунт. Такой простой, но очень эффективный метод ухода поможет сделать урожай по-настоящему богатым. Поверхностная система огурцов не уходит в глубину почвы, поэтому ее очень легко повредить. Именно по этой причине огурцы никогда не рыхлят, но даже без рыхления корни часто могут перегреваться и отмирать. Это приведет к нехватке питательных элементов, болезням растения и ухудшению урожайности. А нам это надо? Нет, конечно. Поэтому я предлагаю разобраться, почему корни вылазят на поверхность и как с этим бороться. Прежде всего, корням может просто не хватать места, особенно если вы выращиваете огурчики в теплице или кашпо. Здесь корни находятся в ограниченном пространстве, которое закончится рано или поздно. В будущем корни будут захватывать верхние слои почвы и рано или поздно вылезут на поверхность, где получат ожоги и погибнут. Также нужно помнить, что при поливе грунт вымывается. Огурцы требуют регулярных и обильных поливов, но от них корни часто обнажаются, что приводит к их гибели. Чтобы защитить корни огурцов от таких проблем, нужно просто подсыпать грунт под растение. Раз в неделю проверяйте свои насаждения и осматривайте область возле корня. Если вы увидите малейшие признаки выпячивания корней огурца, просто присыпьте их слоем свежего грунта, не более 5 см. Процедуру придется проводить 4-5 раз за сезон, но эффект от такого действия будет просто отличным. Огурчики не будут болеть и станут отдавать урожай максимально интенсивно.